эксперимента и надеюсь, они вам понравятся. Итак, начнем! В первом опыте я хочу показать, как очень просто сделать радугу. Для этого нам нужен диск, скотч и фонарик. При помощи скотча снимаем с диска верхний слой. И учтите, что не у каждого диска можно снять верхний слой таким способом. Далее из картона вырезаем небольшой круг и заклеиваем отверстие в центр диска. Ну а теперь включаем фонарик и наблюдаем эффект радуги. Получился очень яркий и красивый эксперимент. Во втором эксперименте я хочу показать, как сделать огонь необычного цвета, а именно зеленого. Для этого нам нужен спирт и борная кислота. Ее можно купить в любой аптеке. Итак, наливаем спирт в емкость и поджигаем. Опыты с огнем проводим только под присмотром взрослых. Как видите, огонь желто-голубого цвета. Таким же цветом горит газ на кухне. Но если спирт добавить в борную кислоту, цвет пламени меняется на зеленый. Такой цвет пламени можно увидеть в фильмах про магию. В такие моменты чувствую себя настоящим магом. В третьем опыте я хотела бы повторить эффект аэрохоккея. Для этого подготовьте диск, горлышко от пластиковой бутылки, клей и воздушный шарик. Вначале нужно герметично приклеить горлышко от бутылки к диску. Далее надуваем шарик и надеваем его на горлышко. Для этого нужно зажать шарик пальцами, чтобы он не сдулся. Теперь отпускаем шарик, чтобы воздух начал из него выходить, и наблюдаем за тем, что происходит. Диск начал передвигаться по столу, как на воздушной подушке. С этим видео с друзьями. Ну а на сегодня все. Всем пока. Ну а я растворяюсь.